Ну чё, ребятки, продолжаем смотреть дальше. Шестая, по-моему, серия, да? Вроде да. Все. Да. Или подожди, или пятая. Что-то я все уже запутался. Ага, пятая. Сидел бы сейчас в кабинете спокойно. Тебе пора признаться в своих чувствах. А если я ей не нравлюсь? Откуда ты знаешь? А вдруг она мне откажет? Тем более у меня есть ты. Вообще не время. Тебе пора отпустить меня. И для того, чтобы это получилось, тебе нужно признаться в чувствах человеку. Настоящему человеку. Все мы кто-то, но кто-то так и не понял, кто он есть. Тогда может ли быть он? Если кто-то не умеет делать правильный выбор, это его проблема. Водила осталось приехал. Выбрать того, кого я убью первым. Ну блин, сцена там была тупая. Вышел месяц из тумана. Он что, приехал, я чем редуционки не смотрел? Ну а из кармана буду резать, буду бить. У него пистолет и тачка. Все равно. Тебе водить. Быстрее не так. Что там, проверьте?
Пойдем, девчонки, быстрее. Пойдемте, пойдемте. Все же нет. Пойдем, пойдем быстрее. Вообще не время. Это очень мило, но... Не время. Давай не сейчас, да? Пойдем. Пойдемте, пойдемте, в темпе, в темпе. Ван Гог, ты живой, что ли? Камила где? Братан, пойми, все здание окружили зомби. Надо ехать. Где Камила? Пойми, пожалуйста. Камила где? Все, что от нее осталось. Даже похоронить ее не дали. Ван Гог, не надо! Пошли, пошли, братан! Братан, ее уже не вернуть! Поехали, братан, с нами! Езжать с нами! Уходим! Вот это красивая смерть вообще. Ну, у него. Тоже неправильное, конечно. Ребят, мы прям как команда, да? Как мы слаженно собрались и вырвались оттуда? Нам бы эти зомби в жопы бы пооторвали в этой клетке. Теперь нас ждут новые приключения. Вы же дадите мне пистолет? Нет? Срочно искать эту вакцину. Пара, вот откуда это в тебе? Может, уже хватит спасать человечество? Мы тут полкоманды потеряли. Ты что, так и не понял, да, Тима? Мы всех потеряем, если ее не найдем. А возможно, мы единственные люди, которые знают, где она находится. Нам это надо, Тима. Ладно, ладно. Мара прав.
Но сейчас нам надо найти место, где можно спокойно переночевать. И пожрать бы, и посрать. Фурус. Это вам повезло. Вы этого не делаете. А нам это иногда очень нужно. Рус! Вообще-то девочки тоже это делают. Они такие же люди. Серьезно? Даша, и ты? И ты, Сабина? Вы зачем это делать? Вы же красивые. Рус! Заткнись! А, я понял. Вы же это типа феминистки, да, там, равные права, все такое? Зачем вы мне это рассказали? Ну, прости, Рус. Очень глупо. Их типа не нашли, что ли? Что дальше будем делать? Ты что? Они забрали все, что у нас было. Теперь их ждет возмездие. Это, конечно, базару нет звучит, братан. А по факту что будем делать? Мы их найдем и дадим пизды. А-а-а, базару нет план. Так у вас припасов особо нету. Вроде бы зомби-апокалипсис уже 2 года идет. А мусор, который оставили люди в горах, до сих пор остался. А что, он должен был пропасть? Спасибо большое, что тогда вернулся за мной. Это... Я разве так сделал? Ну, мне так показалось. Да, типа, я же это... С корня за всех переживаю. Я же... Ну, вы же мне все как этот... Как братишки. И ты ко всем братишкам так стрёмно подкатываешь? Я? Подкатываю? Братишка? Точка находится вот в этом, в универе. Ребята, слушайте, похоже, вакцину спрятали в здании универа. Значит, надо ехать в универ? Никогда не думал, что так скажу. Скучаю по тем временам. Сейчас бы даже на дистанционку согласилась. Дистанционка? Это что? Ну, это когда нас на карантин закрыли, и мы онлайн из дома обучались. Ты, наверное, даже этого не заметил, да? Думала, буду по профессии работать, а не убегать от зомби. А ты кто по профессии? Юрист. Фу, круто! Ты бы меня от ментов отмазала. Ну, оказалось, что сейчас уметь стрелять намного полезнее, чем знать уголовный кодекс. Даш, ты не переживай. Я буду стрелять, а ты меня от ментов отмазывать. Ну все, надо ехать. Тогда выдвигаемся, собираемся и едем в город. Что, уже переночевали? Домой? Перекусили. Может, домой заедем? Где там кроссовки остались? Дима, а почему мы остановились? Да во что мы заблудились? Какой заблудились? Все идет по плану. Ну и что, где мы теперь? Двигаемся строго по маршруту. Вот тут отмечена железная дорога. И какой, блин, нафиг маршрут уже? Третий круг, блин, нарезаем здесь. Какой третий круг? Что, думаешь, не разбираюсь в картах, что ли? Не разбираешься, походу. Ребят, пусть говорят, когда закончится. Поедем, нет? Пойдем, я тебе покажу, как я тебя не разбираюсь. Что ты мне там хочешь показать? Ну все, показывать тебе. Может, помочь им? Да не, мы просто голодные, не пили, вот и злые. А-а-а! Я тогда пойду поищу что-нибудь пока. Иди. Хорошо, только этот, потише будь, город рядом. Дай бог зомбаки стянутся. Хорошо.
найти вагон-ресторан. Наверняка там есть. Спасибо, что сказал. Если не вернешься, откуда шел бы? Лучше бы ему дали оружие, конечно. Напряжение держит. Персонажа, прикольный он. Пацаны, пожалуйста, кто-нибудь. Что случилось? Гадят, пацаны! Бля, его укусили! Блин, а что ты нас не позвал? Там было много зомбаков. Я не хотел шуметь. Эй, вы что гоните? Бросай его, валим отсюда! Нет, не бросайте меня, пожалуйста. Скажите, что у них шанс. Да нет, никто тебя не бросит. Зачем ты вообще с машины вышел? Я думал, если я найду еду, вы не будете ругаться по пустякам. Эй, вы что гоните, что ли? Бросайте его, ну валим! Эй, ты что гонишь, что ли, Тиля? Он так-то ради на жизни пожертвовал. Мара, ты же говорил про вакцину. Да, вакцина, она спасет человечество. То есть она поможет Урику, да? Мара, что ты молчишь? Да, она должна спасти нас всех. Я что-то мямлю. Все, успокойтесь. Надо ехать подальше от города. А то тут небезопасно. Давай. А потом дальше решим, что делать. Заносите его. Быстрее, сильно заводи вас. Блядь, Нурик. Тиля! Ты можешь нормально! Озеро видишь, ты уезжай быстрее! Все, успокойтесь, заебали! Все, тормози, выходи! Ребят, я не хочу становиться зомби. Ребят, мне страшно. Вы точно правильно поступаем, ребят? Я не хочу становиться зомби, ребят. Может, я и не стану. Может, она не попала в кровь. Это нервов такое бывает, ребят. Пожалуйста. Калюшки. Только хотел сказать, они пока едут, он уже должен был бы перевоплотиться.
Блин, так, ладно, давайте быстренько по сериалу. Так, Рус влюбился, ля-ля-ля, 5-10. Где там сцена с этим, как машины эти едут? То есть, нет, машина едет, и там он тормозит. Чуть-чуть раньше, да, было? Так, вот чувак спускается с вышки, охранник, чтобы остановить тачку. Неужели он не видел, что за этой тачкой бежит куча народу? Потому что вот только тачка отъезжает, и там целая армия. Неужели он этого не видел и не мог сообщить? Дорога-то вон дальняя, скоро аж там спускается. Это вообще бред. Ну, это неправильно. Очень глупая сцена. Так, ну все, в принципе. Они еще так быстро. Он на тачке, а они там бегут пока. Когда, короче, он подъехал, то они уже, ну, как только вышел, они уже, оказывается, его догоняли. Слишком быстро они что-то бегают. Вот. Ну, короче, классное месиво в этом, в этой заброшке. Друг друга они там спасают. Красавчики, супер, все. Рус, конечно же, не вовремя признал, что она ему нравится. Вот. Очень сильная сцена с тем, то, что... А где моя жена, типа? Блин, вообще капец, как стрёмно и жалко было. Вообще жалко мужика. И этот предатель их, который Мара, Шоля. Это же он сказал, по-моему, лучше его взять. Вот, по сути, да. Ну, короче... Все правильно сделал, как бы отомстил. Печально, что пришлось себя убить. Вот. Так бы, может, хоть жив остался. Печально, что его укусили. И очень печальная смерть. Дальше что? Момент про девочки и срут, ну это пиздец. Но я всегда поражаюсь, насколько тупой все-таки Рус. Иногда что-то дельное, конечно, у него бывает. Вот, эти мужики, которые бандиты, остались живы, ну, просто фартануло чувакам. Возможно, будут наступать им на пятки, хотя фиг знает, как они будут их искать еще. Это вообще непонятная фигня. Вот, почему они заблудились, тоже я что-то не понял. Вообще не врубился. Странно, короче, эта фигня. Как-то, ну, видимо, реально в картах не разбирается человек. И отпустить Нурика одного, когда лучше ходить, ну, по двое. Одного, фиг пойми куда, причем он еще дурачок. Очень глупо было. И смотрите, вот он шел по вагону, увидел, что впереди зомбаки. Он ведь мог вернуться назад, пройти опять этот вагон и выйти оттуда, откуда зашел. Да? Я думаю, да. Но он пошел, видимо, в другой вагон. Да. Хотя там другой вагон вообще. Короче, это если докопаться. Прикольная сцена, то, что он полз, и в итоге к нему навстречу выползла эта деваха. Печально, что, конечно, его укусила. Я бы еще посмотрел на этого парнишку. Но, видимо, в следующей серии его грохнут. В начале причем. Все. Пожалуй. В принципе, тоже неплохая серия. Такие есть напряженные моменты, когда сидишь прям и переживаешь. Мне понравилось. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.